Наткнулся я тут на хорошую статейку, которая оптимизирует браузер Firefox. И тут вот смотрите, сколько служб можно отключить. Ну, дохренище, я их 2 дня отключал. И чтобы вам облегчить работу, я выложу. Они все вот в этот файлик сохраняются, prefs.js. Я вот этот файлик выложу в общий доступ. У кого Windows 7, x64, видеокарта от Nvidia, стационарный комп, тому можно заменить свой префс на вот этот префс, и Firefox будет быстрее. Вот его содержимое, сколько тут всего отключал. Так что всем пока.